Всем привет! Предлагаю вашему вниманию разбор песни группы «Браво» «Как жаль». Начинается со вступления. Зажимаем указательным пальцем вторую струну на первом ладу, пятую струну зажимаем на третьем ладу, две ноты «до». И правой рукой играем большим пальцем пятую струну, затем указательным играем третью струну, вторую средним, безымянным первую, возвращаемся на вторую. Затем идет бас, шестая струна на третьем ладу, соль. Затем пятая открытая. Указательный палец не убираем, подставляем к нему на третьей струне, второй лад зажимаем. Играем третью струну, также вторую, первую. На вторую возвращаемся, повторяем пятую открытую. Затем указательный палец переставляем на шестую струну на первый лад, средний палец остается на месте. Зажимаем четвертую струну безымянным пальцем на третьем ладу и на третьем ладу зажимаем вторую струну. Играем шестую, четвертую указательным, третью струну, вторую, возвращаемся на третью. Затем пятая открытая. Далее. Шестая на третьем ладу, четвертая открытая, две открытые, это у нас третья и вторая, и ход в басу идет, шестая также повторяется на третьем ладу, пятая открытая, пятая на втором ладу, и идет повтор как сначала. Здесь уже повторяем в конце шестую струну на первом ладу зажатую. И окончание вступления зажимаем соль на шестой струне на третьем ладу. И на первой струне на третьем ладу тоже нота соль. Играем шестую струну, третью, вторую и первую. Два раза. Через паузу. То есть все вступление должно выглядеть следующим образом. Дальше начинается куплет. За такт у нас еще в предыдущем такте осталась нота соль, открытая третья струна, играем ее указательным пальцем. Затем зажимаем пятую струну на третьем ладу, играем ее вместе с первой открытой. Бас старайтесь не убирать эту пятую струну, вот мы зажали ее, играем еще раз с начала куплета третья открытая, пятая с первой. Снова третья открытая повторяется. Первая струна на первом ладу. Первая открытая. Третья повторяется. Подставляем мизинец на вторую струну на третий лад. Мизинец остается. Пятую струну отпускаем. Играем ее открытую вместе со второй зажатой на третьем ладу. Дальше идет нота до на второй струне на первом ладу. Можно сыграть ее просто. Можно сыграть, вот мы сыграли сначала на третьем ладу, да, и сдернуть как бы мизинец нужно. Дальше зажимаем третью струну на втором ладу. И первая открытая идет безымянный палец. Вторая повторяется, не отпускаем, да, ее на первом ладу. И повторяется бас в конце, пятая открытая. Дальше идет открытая четвертая. Снова вторая на третьем ладу. Третья на втором ладу. Четвертая на третьем ладу. На второй струне первый лад, третий лад. Переставляем безымянный палец на шестую струну на третий лад. Играем вместе с первой открытой. Снова подставляем мизинец на вторую струну на третий лад. Третья открытая. Повторяется бас, шестая струна, и вторая открытая, третья на втором ладу.
Затем безымянный палец переставляем на пятую струну на третий лад. Играем вместе с третьей открытой. Играем четвертую струну на втором ладу. Снова третья открытая. Первая открытая, вторая струна, первый лад. Безымянный переставляем на шестую, на этот же лад, на третий. Затем пятая открытая идет. Третья на втором ладу. Снова пятая открытая. На пятой струне на третьем ладу. Четвертая открытая. Четвертая, второй лад. Подставляем указательный палец на шестую струну на первый лад. Играем вместе с третьей открытой. Третья на втором. Ее зажать нужно безымянным пальцем. А средний палец подставляем на вторую струну на первый лад. Затем мизинец, вторая струна, третий лад. И дальше нужно сделать слайд. Играем шестую и вторую струну вместе. И передвигаемся вот так через лад. То есть мы оказались на третьем ладу, шестая струна, и вторая струна, пятый лад. То есть вот он слайд. Затем безымянный палец подставляем на пятый лад, на третью струну. Дальше третья струна на втором ладу. И безымянный палец ставим на шестую струну на третий лад. Играем вместе с открытой третьей струной. Повторим еще раз этот кусочек с начала куплета. Дальше повторяется, как с начала куплета, абсолютно так же. И вот здесь у нас придется зажать барре на первом ладу. Играем шестую и вторую струну вместе и сразу зажимаем третью струну на втором ладу. Затем отпускаем третью струну, барре остается у нас на первом ладу. Играем шестую, также третью, вторую. Затем подставляем на третий лад мизинец на первую струну и безымянный палец на пятую струну. То же самое, мизинец нужно будет сдернуть как бы. И повторяем пятую струну. И приходим на аккорд до мажор. Безымянный палец остается на месте, подставляем на второй лад на четвертую струну средний палец и указательный палец на первый лад вторую струну. И играем 4 струны, 5, 4, 3, 2 подряд. Вместе, тоже с паузой. Аккорд должен прозвучать очень четко и коротко. И дальше идет такой переход октавами. Зажимаем вторую струну на третьем ладу, пятую струну на пятом ладу, играем их и слайдом передвигаем в этом же положении пальцы, соответственно, на пятый и седьмой лад. Затем положение сохраняем, зажимаем на третьем ладу первую струну, на пятом ладу четвертую струну. Один раз сыграли правой рукой и еще раз их играем, и сразу слайд идет. Здесь мы играли вот таким образом ритмически, а здесь вот так нужно. Затем возвращаемся на третий и пятый лад. Затем возвращаемся на пятый и седьмой лад, на вторая и пятая струна. И в обратную сторону нужно будет сделать слайд. Да, ну примерно до сюда. И в этот же момент сыграть третью открытую струну в конце. И дальше получается у нас снова повторяется куплет сначала. То есть вот аккорд. И так далее. Повторяется он без изменений. Поменяется только переход на припев. После того, как мы сыграли барре, да, абсолютно то же самое. И тот же самый аккорд играем, но нужно сыграть пятую
третью, вторую и первую струны. Также с паузой. Начинается с этого же аккорда. Играем пятую и вторую струны октава до-до. Можно также сыграть сюда, передвинув ре и ре. Можно сыграть здесь до-до, а на ре подставить мизинец и сыграть ее вместе с четвертой открытой струной. Как удобно. Затем шестая открытая, первая открытая. И здесь тоже без баре нам не обойти. Зажимаем на первом ладу баре. Зажимаем мизинцем первую струну на третьем ладу. Зажимаем третью струну на втором ладу. Четвертую на третьем. И играем первую с шестой. Четвертая. Третья. Вторая. Да, возвращаемся на третью. Отпускаем мизинец и играем первую струну. У нас зажато баре. Все, можно баре отпустить. Играем шестую и первую открытые. Играем третью струну на первом ладу. Первый лад, первая струна. Повторяется третья. Не отпускаем ее. Играем первую открытую. Вторая, третий лад. Затем зажимаем аккорд ля минор. Первый лад, вторая струна. Безымянный палец, третья струна на втором ладу. И средний палец на втором ладу, на четвертой струне играем. Вместе с пятой струной вторую. Играем третью, четвертую, затем первую, вторую. Повторяется бас, пятая. Зажимаем на третьем ладу вторую и шестую струны. И зажимаем на втором ладу сразу третью и четвертую струны. Играем вместе шестую и вторую. Дальше третья, четвертая. Отпускаем вторую, она открытая. И третью повторяем, повторяем бас. Затем снова баре. Ну, здесь можно обойтись без баре, в принципе, зажать на первом ладу вот таким образом. Либо на баре быстрее можно попасть. Зажимаем на первом ладу баре. Зажимаем третью струну на втором ладу. Играем вторую вместе с шестой. Играем третью струну. Играем снова вторую, вторую. Снова третью, вторую. Повторяем. Зажимаем вторую на третьем ладу. Зажимаем сразу третью струну на первом ладу и зажимаем на втором ладу четвертую струну. Играем шестую вместе со второй. Играем третью, четвертую, вторую открытую теперь. Снова третья струна, мы ее не отпускаем. Переставляем указательный на вторую струну на первый лад. Снова подставляем аккорд ля минор. Играем сначала вторую, мы сыграли. Затем бас, затем третья струна, четвертая, первая, вторая, пятая бас. Играем шестую струну на третьем ладу. Третья струна на втором ладу остается. И на вторая струна первый лад. И возвращаемся на третью. Повторю сначала припева. То есть вот аккорд у нас был. Дальше идет снова переход на повтор. Подставляем мизинец на вторую струну, третий лад, первая открытая. И также повторяется у нас то же самое баре. Здесь зажимаем шестую струну на третьем ладу, играем вместе со второй открытой, третья открытая, четвертая открытая, подставляем мизинец на третий лад на вторую струну, снова третья открытая, указательным пальцем зажимаем вторую струну на первом ладу, подставляем на третий лад на пятую струну, нота до, подставляем средний палец на второй лад на четвертую струну. Играем две струны, третья открытая и вторая у нас зажатая остается.
вместе. Снова повторяем пятую струну. Играем четвертую открытую. Играем четвертую на втором ладу. Затем зажимаем такой аккорд. Указательным пальцем две струны. Зажимаем на первом ладу первую, вторую. Зажимаем третью струну на втором ладу, четвертую на третьем. Это у нас фа мажор. Играем четыре струны все подряд. Повторяем два раза, три раза даже, четвертую. Четвертая, второй лад, четвертая открытая. И снова приходим на аккорд до мажор. Вторая струна на первом ладу, на втором ладу четвертая струна и пятая струна на третьем ладу. Четыре струны подряд играем. Дальше идет пауза, то есть мы сыграли этот аккорд. Раз, на два, пауза. И на следующий счет раз идут удары по корпусу гитары большим пальцем. Затем всеми пальцами мелкие удары, начиная с мизинца. Таким образом, снова большой палец, снова мизинец. И идет повтор куплета, начиная с открытой третьей струны. И так далее. То есть повторяется куплет полностью, но у нас он не двойной второй раз, а одинарный. Сразу идет переход на припев. Повторяется припев. И меняется окончание припева. То есть после вот этого аккорда, на котором мы сыграли до мажор. Снова зажимаем такой же аккорд, указательным пальцем две струны, третья струна, четвертая струна, но играем по очереди четвертая, третья, две струны, первая, вторая. Снова повторяем первую, первая открытая, вторая на третьем ладу, подставляем мизинец. И заключительный аккорд переносим руку вот сюда, седьмой лад зажимаем указательным пальцем. Седьмой лад, первая струна, зажимаем указательным пальцем. Вторую струну зажимаем на восьмом ладу. Третью на девятом. И на десятом четвертую струну. То есть подряд вот таким образом лесенкой ставим пальцы. Желательно их, конечно, выстраивать не вот таким образом, как я говорила в видео, посвященном аккордам. Как зажать, как научиться быстро зажимать любой аккорд. То есть нужно поставить все пальцы, либо начинать нужно с верхней струны. И играем четвертую, третью, вторую и первую струну. В конце идет замедление, поэтому не торопитесь, постарайтесь сыграть чисто. Надеюсь, у вас все получилось. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока!